Сегодня 30 июня 2016 года. Встаем, как всегда, в 5 утра. И вот ребятишки несут, везут, тащат, или, как сказать, жердочки. А почему? Я заметил, здесь они сидят во время беседы, и неудобно, могут упасть. Перебить надо вторую и сделать как сидение вокруг. Видите, как они приучаются. Нисколько им это не трудно, даже нужды нету волоком тащить. Вот пока там положите, сейчас мы найдем, как лучше это сделать. Так, Кирилл, подойди сюда. Сейчас покажем, где-то солнышко не дает нам видеть. Вот это лагерь. Ну, на солнышко много не насмотришь. А тут прямо в глазах видно деревня. Метров 350 вот вокруг. Вон поезд едет. Тут все это есть. Цифры идут тут? Да, идут. На, покажи. Держи. Вот. Так останови, чтобы не на свет было. Угу. Что мы будем делать? Смотрите внимательно. Так, длинная самая жердь какая у нас? Вот этот поменьше, а ну-ка возьмите. Нет. Держите эту, конец, поднимай. Это самая длинная. Так. Ну-ка, хватит, нет оно, подожди. Дальше. Ну, кажется, почти. Ну-ка, подожди, приложи к столбу. С той стороны. Все, приложил? Да. Надо же, как отпилили будто бы. Ну, сейчас мы его будем... И здесь изгиб под это вообще удивительно. С той стороны. Нет. Вот не бросать. Осторожно. Положи на землю. Теперь держите ее там. Вот так, подними повыше, чтобы она легла на землю у меня. Поднимай выше. Выше, поднимай вот место. Даем жесть. Держите ее, чтобы она не крутилась. Твердое дерево, березы. Так, маленько еще, да, вот так подверните, держите. Это прибивать будем. Вот Андрей Нестор держит. Так, вот теперь давай мы ее сюда перекинем. Прибьем, чтобы можно было сидеть. Поднимай кверху. Давай мы здесь вот прокинем, а теперь с этой стороны. На, держи. Так, не шевели. Ага. Вот оно какое дело-то. Нет, надо как-то поближе к ней. Давай перевернем. Вот так поближе. Ну, только подожди. Сейчас давай туда залезем, не трожь ее пока. Мы сейчас залезем и там посмотрим, что у нас получается. А та сторона длиннее или короче? Кажется вам, та сторона. Кажется короче. А ну-ка давай. Короче туда сделать. Берите. Ну, Андрей, ты чё, не помогаешь? Так, не подходит, назад. Ближе, назад. Она не пошла. Значит, прибиваем здесь. Я хотел плотнее сделать. Там, держи тот конец. Опускай ниже. Ниже, чтобы она с этой была ближе. Вот так вот. Вот так. А тут поднимем. Держи так. Давай. Так, Андрюша, подойди сюда поближе. Вот здесь вот держи, вот так вот, на этом уровне. Кверху держи. И ты тоже. Сейчас мы ее прибьем. Прибить тут больших гвоздей нету. Маловато. Ну-ка, посмотрим. Так, подожди. Маленько на себя чуть-чуть. На себя, туда подальше. На себя, то есть вот туда, вот так, вот так. Нас учили, говорит, одна заклепка не заклепка. И один гвоздь это не гвоздь.
Надо два. А 4 гвоздя точно хватит. Подожди. Мне неудобно очень-то. Оторвало. Так, где? Тут уже держать не надо. Пойдем дальше. Вот сегодня мы поговорили об этом. И все будет сделано. Поднимай. Все. Вот подожди-ка. Не дает, да? Да нормально. Держи там посередке. Подвигай. Потом проволокой прикрутят, вот как здесь, проволокой. Так, жарко. Гвозди надо? Да, подноси. Сейчас. Гвозди маловато, ну ничего. Ты попробуешь. Вот видишь, как превращается. Вот тут дерево тяжелое кверху, повыше. Там один есть. А ну-ка сядь, посиди на ней, как она будет выглядеть. Как, нормально? Да, только там один гвоздь. А тут два сделаем. Я даже загнул. Так, давай вторую жертву тащи. Полетели? Не перелетели. Сейчас мы... А это лопату сломал у меня. Никита, видишь, вот все решил. Сломал и все. Так, и вторую отнеси. Вот на эту и на ту. Обноси вокруг. Так, подожди-ка. Давай сюда сразу просунем. Вот так. Так, давай следующую. Несите. Надо немного отпилить будет. Вот туда, вокруг обносите. Так. Обноси туда дальше ее. Все. Теперь будем здесь прибивать. Положите, Игнат Игнатьевич. Так, подожди-ка. Положь там. Что надо вот, будет смотри. От... Здесь надо ее... Подпилить. Подрубить. Держи там, чтобы не крутилось. Вот так вот, держи. Двумя руками. Не крутить. Телефон! Ну вот и беда. Задолбили меня с телефоном. Говори. Говори. Ну нету, ты узнай, может, а по-московскому, я же не могу сказать, не указано. Ты спроси, там самолеты из Москвы во сколько приходят? Ну в 7.15. Можно узнать, там может быть у них список есть уже. Разузнай пока, я не могу больше добавить ничего, телефона его нет у меня. Ну я что должен сказать? Да нет, не надо торчать. Ты сначала пойди и узнай. Скажи вот всем, в 7 часов с чем-то, 7.15 приходит? Ну, может быть, это по-московскому. Ну, маленько прикинуть, ты не просто человека бросит-то. Ну, ты узнай, пожалуйста. Ну, же не игра. Больше ничего не написал. В это время мы вылетаем. Будет ли кто нас туда привезет, Потеряевку? Где еще как сделать?
То есть люди надеются, а мы тебе на маленько не доработали. Разузнай, спроси. Ну я нахожусь в поле здесь. Ну подожди маленько, я вернусь домой через час, может быть. Я в поле нахожусь. Ну ты пока пойди там, ну зайди там. Не буду говорить пока, могу ошибиться. Ну я не брошу все, не поеду, не побегу. У меня ехать-то не на чем. Я в степи сейчас нахожусь. Я приду туда через час, я тебе дам сигнал. Что он написал? В аэропорту. Еще не прилетели. Телефона нет, может моя вина, нигде не... Ну я же уехал. И поэтому все взято было. Держи. Ты ее повернул, наверное, уже. Сказал держать, ты ее бросил. Она уже крутится в руках. Так, сидеть некогда будет. Так, подожди. Топор с той стороны подайте. Беги бегом, топор. Ну вот и покажи, как ты прыгаешь. Давай. Вот теперь. Держи. Так, поверни маленько. Держи так. Давай. Так, Андрюша, иди сюда, держи. Вот на этом месте. Вот так. Держи, чтобы никуда не сдвигалось. Теперь надо отрезать. Подожди-ка. Вот она, ножок. Ножовочка. Вот тут. И так. Вот здесь, вот она. Ага, она падает. Держи, не давай ей падать. Там подержи, чтобы она не отломила. Держи. Так. Держи там. Сейчас я поворачиваю ее. Так, держи. Положи эту, не нужна. Вот так держи. А тут мы приподнимем. Вот оно как у нас выглядит будет. Так. Ну, держитесь, ребята. Ну, штанину в ремках гвоздь запутался. Держи. Убери голову. Давай, Нестор, держи. А вот теперь мы второй забьем. А вот тут надо поднимать кверху, вдвоем, выровнять ее, еще выше поднимать, вот так, держи. Я вам не даю бить, потому что здесь времени нет и ответственное очень. Дерево порода твердая. Лен засохший и береза. Так, сейчас мы еще прибьем. Ого, здесь уже. Вот так маленько наискосок беру, видишь как? Вот, наискосок, чтобы он именно держал повыше, не к низу. Мне тоже удобно прибить. О, а тут что? Тоже два. А там? Один, два. Все, поднимайте ту. Жерть, поднимайте.
Давай сюда ее. Поднимай выше. О! Так, держи. О, гостиница. Стой ровно, делай. А ты там держи. Туда, с той стороны, вот эту вот. Придерживай. Так. Держи там, чтобы она не упала, она сейчас отломит она. За конец там, поднимай кверху. Вот, вот так, держи. Так, пониже маленько опускай. Вот так. Все, клади. Потом унесете домой. Так, подходи сюда. Вот это держи теперь, подожди-ка. На, туда маленько, возьми. На. Вот так. Так, что у тебя тут? Наверное, вот так вот она лучше пойдет. Угу. Давай назад. Вот сколько захватить. Угу. Так, держи. Не давай ей крутиться. Туда продерни маленько еще. Ну, вот так. Держите, не давайте ей поворачиваться. Давай. Так, маленько поверните. Вот так. Вот, держите, все так. Все, остальное там тоньше. На. Вот так. Теперь вот мы ее только прибьем. Забираем остатки, что остались здесь. И домой. И я скорее еду узнавать, что мне там написали. Так. Молоток-то где у меня? Ну-ка, глянь. Где-то его, вот он лежит, в траве. В траве. Так, держи там. Давай так выше поднимем. Так, как у тебя там легла? Ну-ка, не вижу. Хорошо. Поднимай кверху. Что еще? Все, второй гвоздь заданил. Летят, он качит, летят. Вот мы сегодня заметили, дети садятся. Они имеют право сидеть, но они в опасности. Ну, я тебя подсушу.
крючки уберем, чтобы сидеть можно было хорошо. Крючок. Так, руки убрать. Тут, видишь, трудно вам работать, я поэтому не даю топор. Вот они будут сидеть, а между собой они будут еще стянуты проволокой. Угу. Так, выбирай деревяшки, уходим. Забирайте. Нам можно взять эту и топорик. О! Видите, сегодня как мы... Вот они только пожелали, и мы уже выполнили. То есть они даже не знали, чего желают. Все, теперь проволока стянут, а сидеть мы уже. Ну все, давай. Слава Христу. Так, не